Природное земледелие. Я вам расскажу один из методов освоения заброшенного участка, который не обрабатывался много лет. Мы посадили клубнику, но она оказалась в тени. Вот Надя сейчас прорежает грядки. Ее надо пересадить, конечно, на солнце. А вот здесь остались старые грядки от бывших хозяев. И мы решили воспользоваться англосаксонским методом освоения целины. Толстым картоном я заложил всю грядку и начал вторую. Сверху тяжелые бревна, чтобы сныть, которая здесь растет, буйным покровом, чтобы она не росла, перепрела и на следующий год стала удобрением. Червям, улиткам, бактериям комфортно в тени. Я создал им все условия для того, чтобы они переработали все растительные остатки, находящиеся и над землей, и в земле. Через год здесь будет черная, готовая к использованию земля, которую не надо будет перекапывать, а только сделать лунки и посадить в них, пересадить вот клубнику, которую Надежда сейчас занимается. Я продолжу по мере поступления картона глушить растительность на оставшейся части участка. Наверное, я через год покажу, что здесь получилось. До встречи! Прошли сутки, как я накрыл грядки картоном, прижал деревьями, и вот уже приползли. Раз, два, три, четыре, пять улиток, одна мокрица, две мокрицы, пауки маленькие, большие, муравьи. Здесь им будет очень хороший дом. Значит, их сюда наползет столько, сколько они смогут съесть вот этой травы. А теперь мы это все снова накрываем. Накрываем. Надечка. Утром открывают, и этих улиток давят ногами. Чтобы еще они... чего придумала? Ну, женщины всегда мозги повернуты по-другому. Пусть их будет больше, как можно больше. Будет биомяса больше. Давить их надо. Зачем они их давить? Их не надо давить, Надечка. Они сами помрут своим ходом. Вот я вторую грядку приготовил. Чем попало, закрыл. Чтобы время зря не терять. Прижал тяжелыми деревьями. На следующий год весной будем сажать клубнику.